В Баку стартовал Кубок моря 2018 в рамках армейских международных игр, в которых участвуют и казахстанские военные. На торжественном открытии представлены команды стран-участниц Казахстана, России, Азербайджана и Ирана. До 11 августа моряки будут состязаться в выполнении различных учебно-боевых задач на море. Соревнование пройдет в три этапа – морская подготовка, борьба за живучесть корабля и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. По итогам жеребьевки казахстанский военный корабль «Мангистау» выполнит задачи первого эпизода после российских моряков. В прошлом году страны Каспия участвовали в Кубке моря двумя кораблями. В этом же году каждая команда выполнит задачи с одним боевым судном. С 2015 года вот игры начались, Кубок моря. Ну, мы только выступаем только на своих отечественных кораблях, которые производят отечественные производители. У нас в Казахстане теперь в военно-морских силах каждый корабль хочет участвовать. Мы проводили конкурс. Сильнейшие, как сказать, которые у нас были, ребята, вот, мы пришли на том корабле. Главный цель конкурса «Кубок моря 2018» является укрепление дружбы, мира и стабильности между перекаспийскими странами. В конкурсе участвует команда военно-морских сил Азербайджанской Республики, команда Каспийской флотилии Российской Федерации, команда военно-морских сил Казахстанской Республики и команда военно-морских сил Исламской Республики Ирана.